Йоу, всем привет, друзья, меня зовут Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Наконец-то долгожданный альбом от Бульвара Депо, который получил название Old Blood, старая кровь. Вот, в прошлом году он нам представлял альбом Stay Ugly, ну не альбом, EP из 5 треков, который я до дыр заслушал. Вот, наконец-то вышел альбом, несколько совместок здесь. Как я уже сказал, получил название «Старая кровь». И знаете, вот, ну, Бульвар Депо, он же давно уже в рэпе, в этой тусовке и так далее. Поэтому он, что интересно, он как бы старичок, но делает все на стиле, на уровне даже круче новой школы, ну, некоторых персонажей. И в этом вот его прелесть, как бы его охуенность, я не знаю, его стиль. Так что давайте не будем тянуть, начнем слушать. Первый трек введения. Бульвар Депо из Уфы, это дико популярно. Это же сам трек. О, круто, да. Классное начало. Ни много, ни мало. Эй, эй. Сразу вот Депо представляется. Классно. Классный звучок. Ни много, ни мало. Неплохо, неплохо по флоу. Все ок. Звучок 8-битный. Классный такой бодренький трючок. Какой-то вот позитивный вайб дарят вот эти струнные. Скрипки или что там, виолончель у него здесь использована, точно не знаю. Ну, виолончель, наверное. Короче, прикольный, позитивный такой бит. Так, Moonwalk, совместка с Basic Boy. Круто. Классное строение трека. И бит. Бит вообще крутой. Basic Boy хорош. Это вообще трек-ремикс. Ну, то есть, я так понял, старая версия есть еще. Слушайте, ну крутой трек. Так, Angry Choice мы уже слушали, и клип я посмотрел, клип у меня в группе ВКонтакте, прослушка на эту песню где-то на канале, недалеко от этого видоса, так что идем дальше. Возраст. Артур Крим, пока не в курсе, кто это вообще. Возраст твои не упустят финале, стою на своем мегалите. Я камень, я ключ из гусь, танцую как пламя. Все повторяет себя до деталей. Вроде что шары не жарите время, походу часы вот ногами носите. Крушите бабосик, подростки собак уверенно носите. Два братья, три ножичка, куда ты для обуви, ты че нарушен? С годами следуй за порядком, стал кошеным. Прямо ты кислотнокровием рос, хочу схвати. Хорош. Возраст, возраст. Да, возраст.
сидит, конечно. Old Blood, старая кровь. Голова улова все еще свет. Иду по ветру, по двойкам Мертона. И я окрылен, потому что я дома. Интуитив в моей схеме основа. Вещи и сны, но тяжелее. Такой серьезный тырчок. Так, я, по-моему, не говорил ничего по поводу битла. Но все очень круто. Пока просто балдею, слушаю, читаю тексты, пытаюсь вникнуть. Я себе не до всего еще пока допер. Ну, типа, надо будет еще прослушать, чтобы вникнуть. Так, умы. Такой олдскульчик напоминает. Звучок. Кто твой идол? Клёвый флоу. Меня бесит гетто-туристы, с ними я не пробовал близко. Нижний вид расплавил твои мозги, это я еще не кислый. Воу, так резко закончилось. Ладно, короче, давайте я все прослушаю и потом скажу уже. Без остановок. Не хочется останавливаться просто. Малышка зовет на свидание. Ёбнул, свидание. Я в красной книге, давай не стреляй меня. Редко среди своих мест обитания. Есть впереди, где воспитание. Нет, это не рендерус, не знакомка. И как твое имя, а стоп, да мне похуй. Видели, плавали, но я не вспомню. И тупая, сука, мне со мной комфорт. Кайны, фосы, кровный щуп из кулатыса. Ага. Кайны, опта, хейт, мистер, фьюту, кунцу. Я думаю, это кто-то русский. Ну, я, конечно, тут вообще не шарю, о чем идет речь у него. Но да поход тут прикольный был. Да вообще сам бит прикольный. Прикольная тема. Прикольно. Art House. Пока мне больше всего нравится саунд здесь. От хаус. Круто, мне пока вообще зашел. Я все это слышал и все это знаю. Я видел все это другими глазами. Да никак я здесь никуда не сверну. Чисто. Ой, вообще охуенно. Вроде тема простая, да? Ну, как бы уже заезженная. Типа, я давно в этой игре, но это обращение, это я так понял, к молодому поколению рэперов, которые ворвались. Как знаете, саранча, короче, она готовенькая. Вот. Но очень круто, очень круто. Так, Friendly Fire. Тут пишут, типа, этот отрывок в ТикТоке был, но я не слышал. Жаль, пропустил. Ну, не знаю, тоже как бы в норме вообще.
Кочевая тема. Так, X2 тоже слушали. И последний трек, 4 шага. Ты далеко-далеко, между нами снега, между нами огонь, между нами ветра. Все еще так далеко-далеко, невыносимая та. Благо, что есть телефон, я смотрю на нее, и мне я наличаю. Тоже классный трек. Между нами огонь. Так. Ну что можно сказать? Большая часть альбома мне зашла. Можно сказать, вообще практически весь альбом я еще. Но есть просто какие-то менее понравившиеся. И вот прям вот понравившиеся. Не знаю, как сказать. Введение, конечно, было мощное. Введение мощное. После подкрепили хорошим треком «Ни много ни мало». Очень крутая совместка с Basic Boy, очень крутое строение там. Так, Angry Toys, это вообще, я не знаю, ну, мне очень зашел трек больше, чем X2. Но X2 тоже хорош. А возраст Артур Крим. Артур тоже вообще, ну, прикольный чувак. Очень круто залетел на трек. Так, «Старая кровь», вот. Вообще, ну, серьезные темы тут. Мне понравилось. Art House, это вообще, мне кажется, может быть, даже это больше всего понравившийся трек. Типа, он может стать любимым у меня, не знаю. И «Четыре шага» тоже очень круто. Вроде там, ну, вот все простенько по битлу и по флоу. По флоу, кстати, он везде разный. Ну, старается как-то иначе себя показать, тоже очень круто. Но это все тот же Депо. Я не знаю, сказать, что я что-то новое услышал, ну, типа, по речитативу. Не знаю, это надо еще раз слушать, типа, возможно, он там как-то иначе себя преподносит. Я не знаю, ну, все тот же, короче, расслабленный Депоха. По текстам, в общем, здесь у нас какие-то жизненные ситуации. Он о себе читает, обращается к слушателю, к молодым рэперам и так далее. Ну, в принципе, тоже все в норме. Я не знаю, окончательный вердикт, наверное, я все-таки сделаю после второго прослушивания, когда погоняю это еще в наушниках, и тогда уже напишу. А так, да, это очень хорошая пластинка. Этот альбом точно в топ-3 лучших пока что альбомов этого года. Вот. Пишите ваши впечатления в общих комментариях. Если я что-то вспомню, то я, наверное, напишу это все в описании. Пишите в комментариях ваши впечатления. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. На этом все. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.